Вот сегодня 1 мая. Сейчас мне по скайпу скинули. Вы снимаете или нет, что идет снег такими хлопьями 1 мая 17-го года? Я говорю, да мне некогда, я боюсь, на объектив снег попадает-то. То есть, видите, людям хочется это запечатлеть, потому что с Украины бывает, смотрят другие места, они не знают, что тут за погода. Вот смотрите, я тут из сеночек вышел, из тамбурочки-то в Барнауле. И вот смотри, на машине видно там они, снежинки-то, не знаю, видно, не видно. И вот оно падает, снежок. И сразу жуланчики появились откуда-то, они на мороз прилетают. Большая синица называется. Ну, я сейчас выйду на улицу. Это у нас тут. Вот идет, я руку так подставил сверху, чтобы не очень-то. И гляжу, голубенок один вылетел, вон он сидит в окно, увидал его. Замерзает. О-о-о-о-о. Чего же ты сидишь, миленький, здесь один? Возле дома, далеко от гнезда. Первый раз вылетел, видать, да? Ну, крылышки намокли, ничего тебе не сделать. Сейчас я, подожди, аппарат унесу, приду, поймать тебе надо. Вот ванну. Ванна эта большая стоит для полива. И вот нападала на нее. Вот она с крыши течет, сразу тает. Где даже не вижу. Ага, вот она где течет. С ней вода. Ну что тут снимать-то? Ну, все везде снег, ничего и не снимешь. Нет. Плохо повернули наши березы. Скворцов, правда, тут нету. Это невозможно, залепляет все. О-о-о-о-о-о. Пойду гляну на улицу, как там. С крыши течет. Ну, точно также, снег. Снег там, он видно, разворачивается. Автобусы далеко. Машина. Ну, снег. Короче, снег. Смотреть тут нечего. Ого-го. Мне как раз задувает сейчас в эту съемку. Ну, ладонью закрываю, это не закрыть. Нет, ничего не будет. Да и холодно.